В Дагестане расширят добычу кильки до 20 тысяч тонн. Для ее вылова планируется строительство порта на 12 судов и консервного завода на 40 миллионов банок в год. Это позволит создать примерно 450 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет около 1 миллиарда рублей. Основные производственные мощности будут располагаться в Избербаше.